пикантный, а главное, очень полезный салатик из самых доступных ингредиентов, который поражает своим интересным сочетанием, блюдо постное и вегетарианское, берите на заметку. Для более сытного варианта заправьте салат сметаной или майонезом, получится очень вкусно. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. Овощи и фрукты очистите от кожуры. Овощи натрите на терке. Посолите, заправьте маслом. Вкусняшки, подписавшимся. Салат из дайкона, моркови и яблока готов, приятного аппетита. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Нам понадобится: дайкон 1 штука, морковь 1 штука, яблоко 1 штука, масло оливковое 1 столовая ложка, соль по вкусу, количество порций 4. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Пусть вам сегодня повезет.